Добрый день, дорогие друзья и партнеры. Я хочу поделиться сегодня радостью. Я сегодня получила такую бандероль, хотя я не знаю, что здесь, но я догадываюсь, что там. И поэтому хочу этой радостью поделиться с вами. Она запечатана. Так, мы открываем. Что там? Там конвертик лежит. Конвертик. Так, открываем конвертик. Так, здесь еще что-то написано. Так, так. Вау! Вы не поверите. Сейчас, секундочку, я оторву ее. Я получила карту, нашу легендарную дебет-карту, которую, помните, нам обещали в Дубае. И сейчас представьте себе, это историческое событие радостно и для меня, и для моей команды, потому что это первая дебетовая карта Platinum Coin, которая появилась в Казахстане. И вы знаете, что она у вас никогда не будет пустовать. Потому что у нас есть на телефоне, то есть на нашем смартфоне, ферма, которая будет без конца нам 10 лет приносить бесконечный пассивный доход. Это же круто. И поэтому мы эти дебетовые карты можем рассчитываться как онлайн, как офлайн по всему миру. Так что все, что компания обещает, она делает. И я рада, что я приняла правильное в свое время решение. И я теперь являюсь топ-лидером этой компании. И всем желаю, кто меня слышит, даже наши партнеры и даже наши друзья, сделайте тоже верный шаг. Потому что пассивный доход, который дает наша компания, в мире нет. Всем спасибо, всем пока!